Ну почему он меня ебать? Ебать, мама! Почему всех пропустили, меня нет, нахуй? Спасибо за саб. Естественный отбор. Это пиздец. Это нано пиздец. У меня интернет вырубился, нахуй. Меня интернет просто офнули. За что? За что, нахуй? У меня просто хуй 25 секунд, я вылетел. Ну я врубил без задержки прямо сейчас. Поэтому меня могут стрим снайпить. Поэтому у меня плюс одна отмазка появилась. Как вам? Норм, я придумал. Я гений просто. Просто гений. Чел с щитом. Бля, там гении нахуй играют, я не знаю. Очень сложно в ММ играть против них. Бля, вот бы сейчас вот так въебать челу просто. Ну, Жека криминал, нахуй. Стрим-снайпер ебучий. Какой шанс то, что меня чел с ником Жека криминал не будет стрим-снайпить? Евгений Владимирович из Ижевска. Удмурт Russian Federation. Группой одной в стиме Нарики 2017. Нахуй ему это надо, я тоже думаю. Ахаха, он накрутил 5к зрителей. Ну да, я так и сделал, Android 08. Как ты еще придумал никнейм Android 08? Я, кстати, недавно понял, почему у челов такие прикольные ники. Рассказать вам мою теорию? Я осознал, только недавно до этого додумался. Они зарегали никнейм на Твиче, аккаунт свой, 200 миллионов лет назад, когда были ебануты. А сейчас зашли, и им впадло ник менять, у них вот такой вот никнейм Android 08. Вот так вот. Не спрашивайте, как я догадался. Так я раскрыл все ваши тайны. О! Понял. Мразь. Я щитом, сорян, братан. Смотрите, что делаю. Да еб... Еле открыл нахуй дверь эту ебучую. Ну не, дали бы мне убить, нахуй. Я такой... Вот. А если я так на фейсте буду бегать, мне пизды дадут или нет? Да, хуй знает. Дадут, не дадут? Дадут? Здорово, Женек. Ну, бля, я думаю, нет. На фейсте что же ебать играют одни? Да я тебя в рот ебал. Жека криминал, нахуй. Сидит, ждет, чудо, нахуй. Как думаете, стереть эту наклейку на глоке? Она как будто немножечко руинит. Но она, блядь, не пы 2014 года, жалко стирать. Она как будто она немножечко руинит. Опа. Я реально сверху был. Все, я домой, давай. Удачи. Приятной игры тебе, братанчик. А что если я потом притворяться буду? Ой. Вот так вот, Жека, криминал, нахуй. Что, что? Что, блядь? Че, блядь? Я одной рукой вообще играл. Че случилось? Как он там оказался вообще, нахуй? Сорян, братан, я не хотел. Я вообще ничего не понял. Бля, вот на нюке уже другая игра совершенно от Анубиса, видите? Идеальный смок мейн, what the fuck, блядь. FPGP. Сделаю. Сосать Джека криминал. Под флешку меня пикает. Он на звездах играет. Чел. Ебало, вальни. Это Аункер же как криминал. Ну я Аункера зарезал только что. Сорян. Вот всегда в каждой игре есть какой-то свой чел. Жека криминал. Кирюха через единичку. В
прошлой игре. Ну что будет интересно, если я в нашего челомоли кину? Ничего. Кстати, мать сегодня звонила. Опять 20 раз говорила, блин, так не хочется деньги тратить на день рождения свое. Куда бежишь, Жека Криминал? А, это не Жека Криминал. Орхи Хэсбомб. На, GG, бойс. Если меня не повысят, я... Чё я, блин, чё я сделаю? Нахуй. Да меня опять не повысили, да чё за хуйня? Hello, guys. Система рангов полное говно у вас. Ну это... Ну, блядь. Я вечно топ-тап, я вечно... Ну, я вечно лучший в ММ. Я хочу, я все-таки хочу победить ранг апнуть. Я еще одну пойду. Я хочу апнуть ранг. Все, это 100% последняя, супер-гипер последняя. Я засыпаю, когда светло становится, просыпаюсь, когда уже поздно, нахуй. Скай тебя курс отвызвал 1-1 в КС. Пишет, знаете кто? Сосиска 223. Бля, я просто Не, все, я уже не хуею с никнеймов. Я уже не хуею с никнеймов, потому что я понял, как вы их делаете, скорее всего. Но, бля, все равно, когда ты видишь человека в чате с ником Сосиска, и... просто для меня чат на Твиче, никнейм на Твиче, это как твой паспорт, блядь. То есть, вы прикиньте, у вас бы в паспорте было написано ник Сосиска 221. Ну, это ж пиздец. Ну, почему он меня ебашит? Ебать, мама! Почему всех пропустили, меня нет, нахуй. Спасибо за саб. Охуеть. Ебать, тут перестрелка, блядь. Естественный отбор. Ну там вот этот чел 100% щитом рубит. Либо он, ну, он фейсит задрот 100%. Я уверен на 100%, смотрите. Пятый левел. Ну вот. Я же говорил. Дефолтный задрот фейсит с пятым уровнем. Осуждаю. Вот так вот, блядь. Сила осуждения, нахуй, сработала. Бля, вот тут, кстати, я заметил то, что... Я пиздец со скаута ебута, оказывается, да? Я просто на фейсите, у меня какой-то блок в башке. Я боюсь почему-то пикать на уверенности. Какой-то у меня блок в башке появился. Бля, так я могу просто... Ну, короче, вы поняли, я могу уж просто пикать. Я уверенность сейчас наберу себе, я буду самым сильным на фейсте игроком. Да я ебал его маму! Сорян. Не хотел. Иди нахуй отсюда. Да иди нахуй! Блять, спасите! Бля, вот эта хуйня у меня проблемная. Ну вот, вот тут я не умею, я не понимаю, как убивать. Не понимаю, мне просто не регистрирует никогда, блять. Ёб твою мать. Мусор. На меня просто мусор играет. В прямом смысле этого слова. Ну, блядь, он прав, нахуй, полностью. Почему правое ухо пищит? Да ты долбоёб. Компьютер свой почини, блядь, а не мне это пиши. Cactus Source 2. Охуенная игра. Да опять там это чмо с АВП, блядь. Чё, да охуел? Сорян. Блядь, как меня заебали эти люди в ММе. Блять, стоп, я забыл то, что мне тащить надо, чтобы я апнул ранг. Бля, я забыл. Он в ММ? Нет. Нет, это все фейк. Спасибо большое за батоки. Благодаря им мне все больше и больше... А, не хочется жить. Блять, я думал, хороший комментарий сейчас прочитаю, блять, по поводу моих стримов. А че у меня лосс 1% держится? Это, походу, в провайдере дело, даже не в фейсите. Ладно, все, пизда этим уебанам со снайперскими винтовками. Андрюха, ты че? Нахуй, пошел отсюда. Осуждаю, кстати, Клантек. Да иди в пизду. Да иди в пизду. Это вообще друг... Да я не могу поп... Всех в пизду. Всех в пизду. Всех ебал в рот. Всех ебал в рот. И меня все ебал... Нет. Все, идите нахуй. Где мой заказ, блядь? Я хочу кушать. Бля, как я так 3 раза промахнулся? Это же вообще пиздец. Это же вообще пиздец, вы согласны? Чел гений. Долго не могла сбежать от мужа-абьюзера, включила этот стрим, муж меня сам выгнал. Спасибо, Skywalker. Обращайтесь. Бля, пошел нахуй. Да ебать. Ну! Психи ебаные. Просто ебаные психи, а. На нахуй. Мусорный мув, конечно.
Ради справедливости, но это похуй. Ладно, я сейчас пойду жестко мид выебу. Предупреждаю. Поэтому будьте готовы. Где эта мразь на охраннике? Почему она съебалась, блять? Мне сейчас спускаться с 10 этажа, нахуй. Бля, уебан. Я ща, блядь. Тейк пауз, ёпта. Да я ебал, блядь. Ебать, так мне на 20 минут уходить, блядь. Пиздец. Алло. Алло. Конечно, я не застрял в лифте, я вас наебал. Я просто... Ой. Я просто подумал, в моменте было бы прикольно, если бы я пока ехал, и пока у меня стрим был включен, я бы застрял в лифте. Реально прикольно же было бы. Прикольно же было бы, да? Hello. Сейчас выиграем. Здорово. Mid to be смог. Долбоёбы. Ай! Признаю, долбоёб. Ай! Да я ебал, да чё мне все в голову с одной ставят, блядь? А вот я спускался ради чего? Ради чего я спускался, блядь? Для ебучей коробки фруктов, нахуй, и ебучего сока. Я даже не поем сейчас толком, блядь. Для чего я спустился-то, нахуй, вообще? Да что за мра... Блять! Убей его! Да ты пиздец! А почему я не могу попасть ни разу по своему? Я даже залоха... Да все, короче, мне похуй. Я фрукты ем, вот я вспомнил. Да-да-да, именно поэтому. Не потому что я хуёвый там, вся хуйня. Я ем клубничку, мне поебать. Меня моя команда сейчас еще кикнуть должна. И будет заебись. Апнутый ранг. Найс, бигстарчик. Справедливый бигстарчик. Сосать хейтеры. Кто не верил, сосать. Все игры выиграл. Незаслуженно. Иди нахуй. Ну вот, тут уже у челов беркуты, ебать. Нихуя себе.